Непривычно современная, уютная и высокотехнологичная. Библиотеку номер 18 в Засвияжском районе Ульяновска усовершенствовали до нового модельного стандарта. Помещение отремонтировали, обновили книжный фонд и добавили техническое оснащение. Также разнообразили и культурную программу. Теперь посетителям доступны не только литературные творения, но и курсы по финансовой грамотности и тематические семинары. Эта библиотека стала триумфатором конкурса национального проекта «Культура». Было направлено 5 миллионов федеральных финансовых средств для модернизации этой библиотеки, что позволило нам обновить библиотечные фонды. 1500 новых книг доступны сейчас для читателей. Также приобрели образовательные киоски с семинарами по цифровой грамотности и приложениями для дошкольников. Более 100 программ для самостоятельной работы доступны для читателей. Алена Зимова – постоянный гость 18-й библиотеки. Больше всего ей нравится уютная атмосфера. В обновленных читальных залах любимые произведения воспринимаются иначе. Я люблю читать классику, безусловно, но здесь также есть и новые авторы. Советую всем к прочтению «Магия утра». Это цикл книг, который помогает повысить интерес к чтению, повысить настроение и просто найти себя в этом мире. В библиотеке проходят и семинары для специалистов учреждений культуры. О представителях старшего поколения тоже не забыли. В храме книги для них организованы компьютерные курсы. Остальные ульяновские библиотеки тоже планируются переформатировать. Ведь читать в красивых залах и с качественной техникой намного интереснее. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Новости Улправды ТВ.